Осужденный Ефремов Михаил Олегович, 1963 года рождения. Нахожусь, отбываю наказание в исправительной колонии номер 4, город Алексеевка, Белгородской области. Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, что сейчас, когда выйду, буду относиться еще лучше. Потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Вот наш фильм называется «Переоценка ценностей». Переоценка ценностей тут происходит практически с каждым. В колонии сделано все, чтобы человека исправить. И распорядок дня, и работа, и мужской коллектив. Но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Если он стремится к этому, то у него все получится. Это как с педагогикой. Важно не научить, а важно научиться. Тут прекрасная библиотека. Я много прочел тех книг, которых я до этого не читал. Также, наконец-то, я читаю сейчас, уже заканчиваю Ветхий Завет. Когда бы еще руки и глаза дошли до этого. Потом я тут стал делать фильмы как режиссер, когда никогда таким не занимался, правда, документальные фильмы, но все равно потом что мы делаем? КВН мы делаем здесь. Фильмов уже сколько получилось? «Евангелие от Федора», «Переоценка ценностей», «Про пожарни» мой фильм. В общем, работаем, работа есть. И не только на производстве. На производстве я тоже работал. И та работа, когда я вставлял замочки, сейчас вставляю замочки, она заставляет время идти быстрее. А когда делаешь однообразную работу, и время как бы идет быстрее, потому что мысли-то все время в тебе какие-то ходят. А когда ты мыслишь, соответственно, ты развиваешься. Я думаю, конечно, да, можно развиваться.